Дорогие друзья, с вами я, Татьяна Салмановна Макту Сальфу. Читаю отрывки из книги, совершенно особенной книги из моей библиотеки. «Позитивное мышление и смежные науки». Книга Сен-Жермена «Алхимия. Курс алхимии. Наука самотрансформации». Глава 3. Любовь. Драгоценные искатели личной свободы, знаете, что полная сила трижды трех является мощным монументом потока любви, исходящего из сердца Бога, наполняя Вселенную изобильной радостью. Он льется в сердце каждого. Это космический источник чистой любви, венчающий сиянием, подобным короне, каждое проявление в природе. Подобно короне, каждое проявление в природе, в ангельских сонмах и в людях. Именно эту любовь Бога мы должны благодарить всякий раз, когда впитываем благоуханные ароматы прекрасных цветов, качающихся в солнечном свете под ласковым ветром. Эта любовь есть также движущая сила, стоящая за каждым ангельским действием. Поэтому лишь те, кто настолько мудр, чтобы постоянно сохраняет гармонию и избегает любых форм человеческого разлада, смогут так приблизиться к ангельским сонмам, что получат их защиту, свет и благословение. Видите? Кто настолько мудр, что постоянно сохраняет гармонию и избегает любых форм человеческого разлада, смогут так приблизиться к ангельским сонмам, что получит их защиту, свет и благословение. Еще раз, я как бы просто гениально, правда? Просто такие жемчужины, даже больше, чем жемчужины. Наивысшая любовь, какую можно обнаружить в человеке, это та любовь, которая положит душу за друга. Разве можно оказать большую услугу жизни, чем просто проявлять любовь? Запомните, что истинная любовь является великим магнитом, притягивающим силу Божьего сердца, заряженную его святой мудростью. Таким образом, секрет привлечения силы на самом деле лежит в сердце любви. Здесь следует признать, что мужчины и женщины первого луча, столь успешно вызывающие силу, делают это, обращаясь к великой силе любви и извлекая из нее мощь Бога. Труд любви... Так, значит, сейчас посмотрим, что дальше. Я читаю только отрывки. Отрывки читаю. Первоначальный замысел и полярность любви. Значит так. Итак, слушайте слово Господа. По первоначальному замыслу Бога начала сила или воля быть есть тезис, мудрость есть антитезис, а любовь синтез. Еще раз прочитаю. По первоначальному замыслу Бога начала сила или воля быть есть тезис,
мудрость есть антитезис, а любовь – синтез. Поскольку мудрость притягивает присущей силе Бога разум, вовлекая его в слово, выражаемого в данный момент представления, двое становятся единым, демонстрируя торжествующую революцию любви как великий синтез силы и мудрости. Став осуществлением сути силы мудрости, любовь становится новым тезисом, воплощающим наиполнейшую реализацию в ее самой, в труде Господа, олицетворяя три в одном в любом проявленном действии. Так, страница 231. Этот подлинный синтез божественных атрибутов открывает, что любовь, мудрость и сила являются единым неделимым целым, которое никогда не может быть разделено или вызывать разделение, составляя сферы, их атомы поют. Мы суть одно, мы суть одно, мы суть одно. Дело в том, что вот по Сен-Жермену, знаете, вот трансформировать, знаете, вот это на том видео, которое у меня не записалось, получасовое, даже там такое, там, вот даже может быть больше. Я вот читала вот книгу, вот тут рассуждала вот на тему, но, к сожалению, не записалась, поэтому сейчас таки делаю шот-видео. Вот, это по Сен-Жермену, трансформировать, например. Как говорится, негатив, знаете, трансформировать негатив в позитив. Негативное состояние в позитивное состояние. Негативную эмоцию в положительную эмоцию. Так что вот. Трансформация. Трансформировать. Ну, в общем, в этой книге об этом и идет речь. Ну, понимаете, вот я сама эту книгу только отрывки читала. Сама вот изучаю. Это нужно прочитать и не один раз изучить. А даже если знаешь, даже если и как бы прочитаешь, и как бы с одной стороны можно сказать, что прочитал и как-то понял, знаете, как там, знать не значит уметь. Помимо того, что знать, это нужно еще уметь применить. Так что вот, наука самотрансформации.